Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм черепашки-ниндзя Леонардо. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Вот такая вот упаковочка с синей маской. Давайте посмотрим костюм. В товаре у нас визитка нашего сайта. Посмотрим сам костюм. Значит, в товар, в комплект у нас входит меч. Давайте распечатаем и посмотрим. Вот такой вот пластмассовый меч с синей ручкой. Легкий. Звездочка ниндзя пластмассовая. Повязка на глаза синего цвета. Леонардо в мультике с синей повязочкой. Синяя повязка на глаза. Далее. Наколенники. Также синего цвета. Наколенники идут на резинке сзади, тянутся. Подойдет на любую ножку. Вот так вот. И тут еще завязочки у нас. Ленточки такие синенькие идут. Далее в комплекте еще идут нарукавники. Вот такие вот, такие же, как и на коленнике, только чуть меньше на рукавничке. Они также у нас на резиночке тянутся. Очень удобно, регулируются по руке. Также идут завязочки синие. Далее в комплект у нас входит салатовая кофточка с желтой грудкой. Кофточка тянется. Вот можете смотреть, она тянется на резину. Ну, как бы материал тянущийся такой. Сзади у нас пуговичка по горлышку. Длинные рукавчики. Пузико такое немножечко набивное. То есть оно с подкладочкой там такое. Вот можете посмотреть. Вся пузико немножко такое плотное. Вот так вот выглядит кофточка. В костюме черепашки ниндзя, ну, такие как мускулы. И штанишки ярко-салатового цвета, в цвет кофточки. Длинные штанишки на резиночке. Также они из такого же материала тоже тянется. Вот, посмотрите, материал весь тянется. Так вот выглядят штаны. И в комплекте, конечно же, у нас панцирь. Вот такой вот замечательный зеленый панцирь плотный. Сзади он выглядит вот так и на липучках. То есть в нескольких местах он идет на липучках. То есть липучки довольно длинные, вы можете регулировать по ребенку уже. Вот полностью комплект черепашки ниндзя. Если вам понравился данный набор, вы можете заказать его на сайте Grand Star True.